Если с фасада смотреть, будет видно. Так, видно, прям блок питания стоит на попе светильника. На базе установлен. Есть монтажная коробка. Она идет в комплекте. Так, смотрим диаметр. Здесь по сантиметру слева-справа для монтажа. Врезное отверстие 77, глубина 42. Это для 4-ваттного это для 3-ваттного светильника. Так, а для 4-ваттного, для нашего, установочный диаметр 60, глубина 45. То есть вот этот светильник диаметр 60, глубина 45, внешний размер 70 на 70 на 60.